Привет! Вы на канале Репка ТВ. Марина, Марина, отгадай загадку. Хвост крючком, нос пяточком. Кто это? Поросёнок. Поросёнок. Правильно. Стоп, а ты подписался на мой канал? Если нет, тогда жми на красную кнопку и ставь лайк. Смотри, вон уже поросята кушают. Смотри, сидят за сот. Надо их тоже пустить. Смотри, как они сидят за сот, у свиньи. Кушать хотят. А ну, идите, сисю сосите. Смотри, как... Мама свинка. А где тут наша Пеппа бегает? Где Пеппа? Пеппа с Джорджем. Где она у нас? Вон они. Кто первый успеет? Видишь, какие уже большие поросята накушались. Мешают кушать. Смотри, сколько у них сиси. На каждого по две сиси. Мама лежит, балдеет. Мама, уже одного опустим. Пусть покушает. Не прикалывайся. Смотри, как смотрит. Ох, а смотри, какие сиси большие. Наверное, молока много, видишь? Ой. Ей уже надоело их кормить, думает. Сколько можно уже меня мучить? Хватит обжорством заниматься, да, Марина? Они говорят, еще хотим, дай нам еще. Еще. Ой, привет, мама свинка. Привет. Ты что, хочешь целоваться? Не плюйся на меня, она на меня плюнула. Понравилось? Глянь, какой нос у нее. Это что? Уши такие здоровые. Ку-ку. Мама свинка. Что там, греетесь уже? Да, уже греетесь? Под лампочкой они сидят. Эй, ты чё? Присоль. Ты на детский сад. А ну посчитай, сколько поросят. Что меня вижу? Фу, нос грязный какой. Марина, посчитай, сколько поросят. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, ты что-то уже пересчитала. 5 их. 5 поросят. 5 поросят. А сколько поросят с черными точечками? 1 и 2. Правильно, 2 поросенка. Вон, еще один, он с черными, да? Остальные все с беленькими. Ты что, ее кормишь травой? Сеной. Это солома. Солома. Она не хочет ее есть. Ест? Да. Мама свинка, ты куда? А ну иди сюда, мама свинка. Ух, такая большая она у нас, да? Мама свинка.